Это место взрыва на ТНМ. Ты уверен, что Альбион пригнал грузовик из Финсбери именно сюда? Да, только мы не знаем почему. Разберемся. ВИН и регистрационный номер совпадают. Финсбери использовали именно этот грузовик. Видеорегистратор не выжил. Но местные камеры записали часть звука. Стоит послушать. Боже, как он обгорел! При взрывах так бывает. Черт, видел его в лаборатории. Вы знакомы? Не, а если бы были, я бы помалкивал. Смекаешь? Я обнаружил несколько оптиков без признаков жизни владельцев. Один из них может принадлежать водителю. Ясно. Твою мать! Давно он тут? Какая мерзость! Да, судя по состоянию трупа, этот человек погиб... О, примерно во время взрыва на ТНМ. Одной тайной меньше. Никого! Проверю там!
Так, свежий труп. Ожоги третьей степени. Похоже, это он. В голове поврежденный металлический объект, который, возможно, некогда был оптиком. Но ведь это тебя не остановит, да, Бэгли? Я скачиваю все, что возможно, из облачного хранилища. А тебе рекомендую покинуть эту область. Надеюсь, ты понимаешь, что творится? Альбион свозит сюда трупы. Если вспомнить о том, что на месте взрыва постоянно находят тела, все становится вполне логично. Убивай кого хочешь, и никто не заметит. Я расшифровал аудиофайл с оптика водителя. Запустить? Включай, Бэкс. Он запустил их, мам. И никто об этом не знает. Люди думают, что их защитят, но ему не это нужно. Ему нужен контроль. Он хочет следить за нами. И это еще не все. Правосудие. Дроны Фемиды. Злая шутка. Проект был мертв. Но его команда смогла создать обновление, активирующее перезагрузку системы, и... Ты не любишь все эти сложные слова. Я этого не допущу. Его смерть спасет всех. Мама, я собираюсь сделать нечто ужасное. Люди скажут, что это ужасно. Если бы они все знали, возможно, все было бы по-другому. Меня не сочли бы монстром, но я хочу остановить монстра. Если бы у тебя был шанс предотвратить нечто ужасное, убив кого-то, ты бы не убила, если бы знала. Прости. Я люблю тебя. Вот черт. Дроны Фемиды давно уже в небе. Всего одно обновление, и они готовы убивать. Ублюдок знал, что делает. Может, на это уйдут месяцы, но Касс вернет проект к жизни. Если мы не уничтожим дронов. Бэкс, дружок, не осталось ли у тебя в памяти что-нибудь из удаленного в Тетис? Может, хватит на реверс-инжиниринг и создание годного апдейта? Даже лучше. Я могу создать вирус из имеющихся данных. О, ты серьезно сохранил копию проекта Фемида? Отличная работа. Думаешь наперед, красава. Я его попросила. Нет смысла уничтожать данные. Кто знает, что может пригодиться. Ну, и как нам это использовать, чтобы заразить дронов? Центральный узел связи Альбиона находится на Тауэрском мосту. Загрузим вирус туда, и все дроны его подцепят. Погнали. Погнали.